А космос, друзья мои, к сожалению, большинству по-прежнему лень задрать туда голову. И, как говорится, еще раз говорю, ребятки, что я ведущий канала «Джинсовая жизнь», собственно говоря, родивший этот канал. Вот я вам говорю, что, значит, вот с 17-го года, приблизительно вот тогда у меня началась еще и эпоха чтения. И я читал космическую литературу, я уже про это говорил. Станислав Лем, это мне мой великий друг Вячеслав Ибрагимович, сказал прочитать «Фиаско» Станислава Лема. Вот я прочитал, затем прочитал еще три романа, потом Карл Саган, Иван Ефремов, Филипп Дик, Стругацкий. Ну, друзья мои, и это все перед... Получается, что я прочитал все это перед всем тем, что мы сейчас имеем, все, что происходит. Вот это праздник жизни, который сейчас происходит. Ну и, понимаете, я как-то очень-очень высоко, мне кажется, поднялся вон туда. И, в общем-то, я понял, что многие инстинкты, многие представления, как бы общественное устройство, это все ужасно, все устарело, ужасно тянет человека, просто говоря, вниз, это мягко скажем. А вот у нас, между прочим, идут мой брат и соседка. Я ваша новая соседка.